Следующее. Это стратегические цели смарт-диска. То есть вот на этом уровне наше стратегическое позиционирование может по времени, логически по времени, опираться на 10 лет, 5 лет, 20 лет, 50, 100 лет. Но нам нужна очень четкая та действительность, которую мы начинаем создавать, к которой мы начинаем двигаться. То есть стратегические цели смарт-диска — это те самые цели, которые мы ставим на год. Ну и диска. Что такое диска? Диска — это русский вариант смарт. Достижимое, измеримое, специфичное, конкретное, определенное по времени. И мы определяем эту цель на год, очень четко ее конкретизируя. И это тоже командообразующая цель для всех двигаться вот к этому. То есть это текст, стратегическая цель — это текст, записанный в формате времени на один год для компании, того, чего компания хочет достичь в рамках реализации стратегического позиционирования гипотезы. Достижимое, измеримое, специфичное, конкретное, определенное по времени. Достижимое, измеримое, специфичное, конкретное, определенное по времени. Специфичное под этим словом подразумевается, что цель встраивается в систему целей. То есть она встраивается в систему целей, нацелей, то есть она встраивается в систему ваших более важных целей. Но мы здесь автоматически это делаем, если. То есть мы определили стратегическое позиционирование, что мы даем обществу и внешнюю миссию.